это Миранчук и трансферное окно. Просто мы периодически обсуждаем выступление Алексея, и вот сейчас перед ним такая дилемма. С одной стороны, все немножко налаживается в последние месяцы, с другой стороны, в целом нельзя сказать, что есть четкая перспектива, вот, что будет, если он продолжит находиться в Атланте. На твой взгляд, ему нужно оставаться, либо постараться форсировать уход? Я на всякий случай для контекста поясню, что ты чуть ли не болельщик Аталанты, тебе очень симпатичен Гасперини, с одной стороны, но с другой стороны, я даже видел у тебя немножко агрессии в адрес Жан-Пьера. Недавно в телеграм-канале ты заметил, как он едко комментировал игру Миранчука. Ну нет, там у меня не было агрессии, это скорее в комментариях у меня. Я там скорее подстебывал тех, кто считает, что Гасперини тупой и не выпускает Миранчука из личной неприязни. Я думаю, что это совсем не так. Я думаю, что Миранчуку не нужно уходить. И дело даже не только в том, что у него сейчас очень хороший отрезок, который даже тренер отмечает. Я просто думаю, что Торино, куда он мог бы уйти, сам Торино немножко поменялся. То есть вот Юрич, который к Миранчуку как раз очень хорошо относится и хотел бы его видеть в команде, он также Миранчука бы использовал, как сейчас Гасперини. У Миранчука не было бы стабильного места в старте, мне кажется. Потому что сейчас есть Влашич, и из трех нападающих двух выбирает Юрич, и они у него играют вот в этой тройке атакующей. То есть он просто роль Санабри другую придумал, и это все работает. Я не думаю, что от того, что работает, Юрич станет отказываться в пользу того, что как-то работало в прошлом сезоне. Тем более, что там была немножко другая структура, и Влашич с Миранчуком тоже были конкурентами. Поэтому я думаю, что нужно ему оставаться там, где он сейчас. Нет ничего плохого в том, что ты играешь по 15-20 минут, но играешь очень полезно. А сейчас нет Лукмана, он уехал на чемпионат Африки, вряд ли Нигерия быстро вылетит. Так что есть возможность у Лехи сыграть вот этот отрезок максимально полезно. Может быть и выиграть место, может быть заставить пересмотреть Гасперини что-то, вот структуру своей игры, разные есть матчи. То есть если бы в Торино просто железно он был бы игроком старта, можно было бы вернуться. Но я просто в этом сомневаюсь. Угу. Ну, в принципе, понятно. Мне кажется тоже, что нет пока четкого варианта, куда он мог бы уйти. И это, конечно, отпугивает. Но, с другой стороны, я уже несколько раз фиксировал. Мне все-таки кажется, что он даже вот эти вот успешные матчи, которые мы периодически наблюдаем, проводит вопреки стилю, в котором сейчас играет Аталанта. И это не та Аталанта, в которую он приходил. И это Аталанта, в которой может и не быть вообще новых Идича и Папу Гомеса. А вот ему все-таки лучше, чтобы эти роли, эти образы оставались и существовали в Аталанте. Тогда бы Миранчук мог бы в один из них, в образ Идича, влиться. И вот мне кажется, это был бы прямо идеальный сценарий. И, по крайней мере, на каком-то этапе все зависело только от него, потянет, не потянет, а сейчас уже не только от него, поскольку такая роль не всегда в принципе есть в команде, и это вот меня до сих пор смущает, и несмотря на то, что вот, ну, он выходит, себя показывает, я не вижу этого реального продолжения, вот, большого продолжения, как вот он целый сезон проведет в Аталанте, при том, что мне хотелось бы тут ошибиться, но вот тут, конечно, если будет вариант, мне кажется, рассматривать нужно, но пока я соглашусь полностью, что четкого варианта не прослеживается. Все.